праздником весны и тепла! Во Дворце культуры Шевченко прошло торжественное мероприятие, на котором чествовали женщин-ветеранов предприятия «Моторсич». На традиционном ежегодном мероприятии в ДК «Шевченко» собрали прекрасных сотрудниц, женщин-ветеранов предприятия «Моторсич». Со сцены заслуженных тружениц с праздником 8 марта поздравили представители родного «Мотора». Я хочу просто от вашего имени, вы поблагодарить Вячеслава Александровича и весь коллектив предприятий за ту помощь, которую они оказывают нашим ветеранам. Еще раз поздравляю вас с праздником весны. Счастья, здоровья вам, долголетия. Присутствие вас в этом зале является ярким примером того, что предприятие не меняет своих традиций, не теряет связи с ветеранами. А как говорит Вячеслав Александрович Богуслаев, это золотой фонд нашего предприятия. Хочу сегодня поздравить вас с вашим профессиональным праздником 8 марта. Мы вас любим, ценим. Пожелать вам здоровья, добра, благополучия, мира и всего самого наилучшего. С праздником! Тепла, благополучия и комфорта, жизненного, настоящего комфорта. Вы этого заслуживаете, это мы желаем. И дай Боже, чтобы мы почаще встречались и в этом зале, и в других залах, чтобы было больше праздников в вашей жизни. Вот этого я хочу вам пожелать. Самого доброго, праздника, весной! Для женщин-ветеранов «Моторсич» выступили творческие коллективы ДК «Шевченко», вокальные и хореографические ансамбли. Виновницы торжества благодарят руководство предприятия за возможность снова встретиться в кругу друзей и вспомнить годы, проведенные на предприятии «Моторсич». Я хочу сказать нашему руководству большое спасибо за ту заботу, которую они не забывают, что мы есть. Это много значит, это дает силы, надежду на самое лучшее, самое хорошее. Нам вот это как отдушина, все равно мы уже как-то возраст, уже не вообще, а общение вот это. Ну как, мы все встречаемся как родные. Домой приходишь и помнишь, вот проходит время, а все равно помнится, что мы общаемся, встречаемся, что нас поздравляют, собирают. Впереди еще множество мероприятий, которые организовывает предприятие «Моторсич» для своих дорогих ветеранов. Это заезды в санаторий, профилакторий, прогулки на катере, праздничные встречи. С такой заботой в лице родного предприятия заслуженные моторовцы будут всегда молоды душой. А молодое поколение, вдохновленное их бесценным опытом, будет стремиться расти и развиваться, добиваясь новых карьерных вершин.